Всем привет, ребята, с вами я, Коги Ива, и это будет мой док-влог про бездомных котиков. Только, скорее всего, это будет не мой док-влог, а ихний кэт-влог. Ладно, передаю камеру Гелцику. Ива, а как ей пользоваться? Всем привет, я кот Герцик. Это наш кэт-влог. Я опасный рысь. Поточим когти. Заодно и на дерево залезу. Так, продолжаем наш кэт-влог. Я бездомный кот Герцик. Сюда приходят добрые человеки и меня кормят. Так, посижу-ка я где деревья. Все-таки я настоящий лесной кот, а не какая-то домашняя киска. Интересно, а на Иву подпишутся? Ну ладно, думаю, что да. Так, пойду присяду. Кстати, ребята, давайте наберем до 21 июня 200 подписчиков. Ладно, познакомлю вас с Моней. Ух ты, какая штучка прикольная! Всем привет, я кошка Моня. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А я кот Миня. Я тоже бездомный кот. Когда-то я был домашним котенком, но меня выкинули. Говорили, что я некрасивый и ужасный. В общем, меня вырастила улица. Я уже опытный, а вот Моня нет. Один раз Моню укусила собака. Она хоть чудом спаслась. Как же прикольно, когда тебя гладят человеки. Люблю, когда меня ласкают человеки. Моня, иди сюда, нас сейчас кормить будут. Ура, нас сейчас будут кормить! Так, посижу, потуплю. Я тоже посижу, потуплю. Иду, я иду. Так, я буду сидеть, а ты, Моня, лежи. Буду тереться об человечиху. Интересно, Миня, мы нравимся ребятам? Думаю, что да. Как же вкусно! Я, конечно, сначала подойду, но есть буду после тебя, Миня. Потому что двоим с одного места есть неудобно. Ну ладно, как хочешь. И правда. Вкусно мне. Ладно, пойду пролягу, я уже наелся. Я тоже наелся. Тоже пойду полежу. Ладно, потупим. Мы тупим. Мне нравится тупить. И мне тоже. Ладно, скоро я пойду в свой дом. Заброшку. Вау, у тебя лучше дом, чем у меня. Я вообще вас на мусорке живу. Моня, а хочешь со мной вместе жить? Хочу. Вот, видишь этот поломанный забор? Вижу. Теперь это твой дом. Ну, в общем, договорились. Теперь мы будем жить вместе. Теперь никакая собака тебя не схватит. Ты же со мной, а я вот опытный кот. Ладно, Моня, давай еще чуть-чуть потупим. Давай. Ну ладно, ребят, пусть они пока что там опять тупят. В общем, это наш влог заканчивается. Всем спасибо за просмотр и пока.